Как укрепить хват? Мощный хват нужен всегда. Будь то подтягивание на турнике или хорошее крепкое рукопожатие. Скажу по своему опыту. Когда в новой компании даешь человеку руку для рукопожатия, пытаешься сжать, а в ответ получаешь какую-то вялую херню, впечатление о таком человеке сразу же не очень. Отдельно идут дебилы, которые в ответном рукопожатии хотят выломать, сука, тебе все кости. Нормальное, крепкое, хорошее рукопожатие – залог уверенного в себе мужчины. Ну ладно, отвлеклись. Это канал SJ Body, меня зовут Спартак, мне 41 год, я фитнес-тренер из Симферополя. И сейчас я расскажу тебе, что нужно делать, чтобы твой хват стал очень мощным. Не забудь подписаться, потому что в следующем видео я расскажу, как накачаться с гирей. Первое и самое главное – это вис на турнике, просто под своим собственным весом. Три подхода по 20 секунд и постепенно увеличивай до 1 минуты. Второе – купи себе два эспандера. Один полегче, который ты сможешь сжать легко 20-30 раз, и второй посложнее, который ты не можешь сжать. Разогрелся легким эспандером, подключил тяжелый. Делаешь несколько раз в день, просто когда есть свободная минутка.